А я не хотел создавать проблемы. Я хотел, как и Бен-Гурион, чтобы суд был справедливым. Пошел, голубоглазый, тревожусь. Часто воспринимают как досаждающего и мешающего, хотя ребенок и предстает пред нами иногда не как обезьянка, а как учитель. Очень многие взрослые с этим не согласны из-за своей тупости и не могут привлечь к себе ребенка и заинтересовать его. Если вы не поспешите установить в его сердце авторитет взрослого человека, и при том верующего, то у него найдутся учителя его возраста. Действительно, дети не могут оценить то, что мы с таким трудом созидаем, нелегко. Наше отношение к ребенку в церкви. Евангелие от Марка 10, 13, 16. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Загруженность работой, усталость отнимает все время, и на детей его почти не остается. Когда ребенок отдаляется от дома и делается эгоистом, то родители сетуют: «Мы его поили, кормили, а он...» Да, поили и кормили, а другом стать не удостоились. Не нашли времени, не обучали Слову Божию у себя дома. 2 Тимофею 3:15. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Тимофея обучали бабушка и мама. Как правило, дети, создающие шум в церкви, просто изгоняются Женю. За 10-15 минут сводить в туалет, правильно одеть по церковной форме и снова дать краткое наставление, как вести себя во время богослужения. И чтобы он не просился ни пить, ни в туалет ранее, чем через час. Наказание – это самое трудное и опасное занятие. Этим должны заниматься истинные воспитатели. Этот один талант – уметь наказывать ребенка дороже десятка других вместе взятых. Наказание должно быть не превышающим преступления, и назначение его для исцеления и исправления, и должно соответствовать проступку. А. Ребенок вертится. Можно поставить на часы, то есть играть роль часового у определенного предмета. Лопата, палка, воткнутая в землю. Это все, конечно, делается дома, не во время богослужения. Покажите ему, как нужно стоять, не подгибать колен и не оборачиваться. Сразу сказать ему, на какое время он ставится. Четверть часа, полчаса. Что если будет дан такой-то сигнал, то он должен с места стояния бегом подбежать к вам и после собеседования снова бегом вернуться на пост. Снова повторите им: не был унижен или чтобы над ним кто-то посмеялся после наказания. До наказания и после наказания нужно дать подробное разъяснение данному случаю и помолиться. В. Пустите перейти им дерзкие и нечистые руки неверующих. Не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству. Собор понимал, что фактически это был призыв к мученичеству за веру. Он писал далее. «Мужайся же, Русь святая, иди на свою Голгофу».
15 по старому стилю 28 февраля 1918 года за номером 65 было опубликовано постановление патриарха и священного синода с указанием, как надо поступать пастырям и мирянам для защиты церкви и ее учреждений. Даются там указания и относительно отлучения восстающих на святую церковь и захватывающих церковное достояние. Не признавая юридической силы за декретами об отобрании церковного имущества, собор 20 апреля принял положение, цитата, «о православном приходе», приходской устав, которое, как бы игнорируя советские декреты, признает приход собственником и распорядителем приходского имущества. За два дня до этого собор издал определение с подробным указанием ряда мероприятий, вызываемых гонением на православную церковь. Это определение свидетельствует о том, что уже стали появляться слабые духом. Оно говорит о, цитата, «некоторых епископах, клириках, монашествующих и мирянах, не покоряющихся и противящих на понятный язык», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это они объясняют боязнью исказить точность смысла при переводе. Пусть бы и так, но не до такой же степени благоговеть». Кошка вылезла из-под пола, а тут белый. Она на него, он первый выскочил-то. И вот она встала, замерла, рыжая. Там гоняла и потеряевки. А тут они ей сейчас подсказывают. Ее все гоняют. Заслужила. Все. Сейчас на цирлах посогнутых. Как она идет, как тут бывает тигр, чтобы нигде не хрупнуло ничего. Смотрит вокруг, не шевелится. Это караулит сзади. Еще не так, тоже крикнет. И житья-то никакого нет. А там она гоняла их, а тот выглядывает, волк. Здоровый, он больше ее намного. И шибко-то ему и не надо. Ну, бывает и бросится. Пошел опять. Видишь, какой здоровый, как... Я его еще загнал. Он под стул залез и начал писать. Глянь, тоже крадется боком. Оглядывается. А та глядит на него и сопровождает. Так пробежать. Это тоже опасается. Она, видишь, как это позиция какая. Охота двигаться. Так, как медленно-медленно. Не давать повода, ищущим повода. Так. Она всех их гоняла там, не пускала к Володе в дом. Никого. А тут никуда деваться-то нельзя. И они все ее начали притеснять. Но, видимо, вид у нее все-таки еще страшноватый. Они не очень на нее кидаются. Как... А Паля-то сразу шмыгнет, как суслик какой, в норку. Везде, за ведра прячется. Ну все, этот уже залез сюда. Он сейчас может прыгнуть даже. Вот так. А этот тоже? Этот-то тоже, он прыгнет сейчас за ней туда, погонится. А она никаких, сейчас там. Как интересно наблюдать. Это называем синеглазая. Нашла, где место. Это у нас тут принтер старого еще формации был.